Советую попробовать зеленые. Мои любимые. Тебе это пригодится, потому что теперь мы будем много времени проводить вместе. Вместе? Ты ведь моя хозяйка. Я? Я должен был родиться в твоем городе и стать твоим другом. Все пошло не так, как планировалось. У меня никогда раньше не было собаки. Но теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что я всегда ее хотела. Значит, все решено. Отлично. Но я не знаю, что хозяин обычно делает с собакой. Для начала придумай мне имя. Я думала, у тебя уже есть имя. Аристольфа. Это не считается. Имя должен выбрать хозяин. Ладно, хорошо. Это не так просто. Посмотрим. Мне приходят на ум только самые известные собачьи клички. Нет, мое имя должно быть особенным. Прости, я ничего не могу придумать. Моя голова забита всеми этими магическими. Я назову тебя Мэджик. Мэджик? Вот здорово. Мэджик, 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 Мэджик. Эй, Мэджик! Отныне меня зовут Мэджик. Красиво, правда? Но ты захочешь посмотреть нашу деревню. Мы все тебе здесь покажем. С радостью. Почему ты загрустила? Просто я подумала, что сейчас мой отец, должно быть, везде меня ищет. Он сойдет с ума. Может быть и нет. В карманном королевстве время течет по-другому. Давай прогуляемся. Хорошо. Думаю, это будет весело.